Прошло полгода. Я за эти полгода не видел Херобрина. Я ушел с того города, так как там невозможно было жить. Там даже никто не приезжал туда. Было очень одиноко, и я решил пойти в другой город, который был очень близко с этим городом. Меня здесь поселили. Бесплатно. Я жил уже здесь 2 месяца. Как вдруг произошло это. Так. Что-то мне спать не хочется. Неохота вообще. Неужели уже расцветает? Ты кто такая? Даша. Неужели это Даша, которая стала Херобрином? Нет. Нет, 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 не надо в меня стрелять. Стоп. Стой! Бежи! Нет. Ай, ногу ранила. Блин. Бежать. Нужно бежать. Может быть, я прыгну? Нет, это самоубийство. Прыгать сейчас просто бессмысленно. Бежим. Бежим. Пока она. Может быть, она уже убежала? О, нет! 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 Проход. Давай, быстрее! Быстрее! Нет, нет. Давай быстрее. Давай, давай, давай. Давай. Нужно факел поломать. Так она мне точно не найдет. Факел. Фух, фух. Так. Так. Фух. Расцветает. Ее нету. Неужели она появляется только когда расцветает? Нужно снять видео и показать всем, что Херобрин существует. Нужно это сделать. Нужно это сделать прямо сейчас.